С сегодняшнего дня увеличиваются пенсии работающих пенсионеров. В ПФР произвели соответствующую корректировку. Перерасчет коснулся почти 14 миллионов россиян. Это 37% получателей трудовых пенсий. На него имеют право те, кому выплачивается денежное пособие по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца. При условии, что их работодатели заплатили страховые взносы. В отличие от индексации, прибавка к пенсии в этом случае носит индивидуальный характер. Ее размер зависит не только от уровня зарплаты работающего пенсионера, но и от его возраста. Подавать заявление на перерасчет не требуется, сообщили в Управлении пенсионного фонда по КБР. Ведомство произвело его, используя существующую базу данных. По состоянию на сегодняшний день у нас получатели трудовых пенсий 165 131 человек. Из них 41 909 человек продолжают работать. С 1 августа была произведена корректировка страховой части трудовых пенсий. И размер в среднем увеличился на 164 рубля 8 копеек.